эфире обзор прессы на Первом деловом. В пятницу 19 апреля в популярных украинских изданиях читайте о таком. Хотите иметь оберег от штрафов? Тогда учитесь защищать свои права на дороге. В этом водителям поможет дорожная памятка свод правил общения с инспекторами ГАИ и не только. Первый блок таких правил ищите в новом номере еженедельника «Автоцентр». После того, как ГСА издала приказ об обмене электронными документами между судом и участниками судебного процесса, в четырех судах Украины начался эксперимент по внедрению современных технологий в делопроизводство. На данный момент система «Электронный суд» пользуется и ряд райсудов столицы. Но упростил ли такой формат жизнь судам и участникам процесса? Об этом судебно-юридическая газета. Этот вид рекламы мы по привычке называем наружкой, но западный термин «out of home media» – медиа, доступные за пределами дома, уже укоренился среди медийщиков и рекламодателей. На 21-м году жизни украинской наружной рекламы в «out of home» четко различают несколько направлений. Outdoor – собственно наружка, indoor – реклама вне дома, но в помещении, а также реклама на транспорте, которую не нужно путать с транзитной. Если говорить о транзите, то подразумевается реклама на подвижном составе любых бордах. Реклама на транспорте в Украине – это главным образом метро, вокзалы, аэропорты. Еще одно направление – Digital Out of Home, без которого не обходятся сейчас самые острые дискуссии о будущем наружной рекламы. Все они так или иначе касаются перемен, которые уже внесла или добавила в традиционные медиа цифра. По значению для индустрии появление Digital Out of Home сравнивают с появлением цвета в телевидении. Именно с цифрой связаны два важнейших тренда современного Out of Home – технологичность и интерактив. Об этом компаньон. Каждую весну сотни тысяч украинских абитуриентов и их родителей сталкиваются с одним и тем же дилеммой – кем быть и куда пойти учиться. При этом десяток ведущих игроков на рынке высшего образования с года в год остается неизменной. На старте вступительной кампании 2013 комментарии решили выяснить, каким критериям руководствуются родители, когда отправляют детей в тот или иной вуз.